Сегодня в Ханты-Мансийске открылась 16-я спартакиада Югры среди инвалидов. В ней принимают участие атлеты со всего округа, а также Свердловской и Тюменской областей. Всего почти 200 спортсменов. Борьба за медали развернется в состязаниях по легкой атлетике, плаванию, пауэрлифтингу и настольному теннису. В рамках спартакиады пройдет череда мастер-классов. Секретами мастерства поделится 7-кратный чемпион мира по пауэрлифтингу Алексей Воробьев и участница 4 паралимпийских игр Ольга Сергиенко. По итогам спартакиады будут сформированы сборные Югры по 4 видам спорта, а победители представят округ на всероссийских и международных соревнованиях. В торжественной церемонии открытия спартакиады приняла участие губернатор Югры. Перед стартом она лично пообщалась с участниками соревнований. Соревнования являются прежде всего праздником, формой общения для людей с инвалидностью. Эти соревнования сплачивают людей. Многие находят здесь пары и потом на следующих спартакиадах уже приезжают семьями. Посмотрите, пожалуйста, в прошлом году 32 спортсмена-паралимпийца по 7 видам спорта входили в сборную команд Российской Федерации. В этом году вас уже 50 по 13 видам спорта. По сути, мы приближаемся к очень высокому званию мировой столицы паралимпийцев. Я желаю вам всем самых высоких достижений и побед. Спорт позволяет встретиться людям с ограниченными возможностями в округе, именно вот на таких огромных, больших соревнованиях. Но, конечно, нельзя не сказать, что победа и медали здесь тоже имеют большое значение лично для меня, потому что плох тот спортсмен, который не мечтает о медалях. Да? И главное стремиться просто к этому, неважно, какая она будет сегодня, бронзовая или золотая.